Всем привет! А теперь давайте сделаем нашему моряку вот такой вот штурвал. Делал я разные варианты. Основной размер вот этих спиц 12 сантиметров. Понадобится нам 4 шарика, 2 на внешнюю сторону и 2 на внутреннюю, плюс кусочек шарика для вот этих вот серединок. Что ж, давайте начнем. Итак, сделаем внутри голубую, а снаружи кофейную. Растягиваем шарики, надуваем на 75 сантиметров. В пальцах где-то 6 пальцев. И сразу же надуваем остальные шарики. Итак, будем делать вот эти спицы. Можно на глаз, но лучше использовать какое-нибудь приспособление. 12 сантиметров. Использую я еще вот такую вот, такой зажим. Можно, обычно зажимают между коленями такие вот длинные цепочки. Так, большой, маленький, мягкий, где-то на 3 сантиметра. Снова большой. Еще один большой. Снова маленький. Еще 2 больших. Маленький. Большой. Так, сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 больших. Можно уже подсоединять следующий шарик. Вот такой вот еще резачок я использую иногда вместо ножниц. Подкрутим, чтобы не раскрутился. Снова большой, маленький, 2 больших, 2 больших. Маленький и большой. Всего больших пузырей должно быть 12 штук. Вот. А маленьких 6. Считаем. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Все правильно. То есть идет маленький, 2 больших, маленький, 2 больших и так далее. Теперь берем вот так вот, складываем 2 больших и продолжаем делать такую ромашку по кругу, следя за тем, чтобы
вот эти лепестки не путались между собой, а располагались в том порядке, в котором мы их скручиваем, то есть по кругу. Так. Расправляем. Вот, получилась такая ромашка с отверстием посередине. Теперь вот эти пузырьки скручиваем пинчики. Так. Выправляем, чтобы был шестиугольник. И берем кофейный шарик, делаем пинчик, подсоединяем, вот так вот перекручиваем с пинчиком на нашей ромашке, делаем, поджимаем и делаем с ладонь ручку. Вот так вот ее оборачиваем, оставшийся шарик. Теперь на глаз примерно делаем пузырь до следующего пинчика. Делаем пинчик мягкий, перекручиваем два пинчика вместе, поджимаем и делаем такую же рукоятку первая. Поправляем, поджимаем, делаем пузырь до следующего пинча, мягкий пинч, перекручиваем, так вот располагаем, поджимаем, делаем третью рукоятку, так вот. Как раз хватает на один пузырек до следующего пинча. Подсоединяем второй шарик, делаем мягкий маленький пинчик, перекручиваем с этим пинчиком, поджимаем, вот так располагаем, делаем четвертую ручку, вот так вот перематываем, поправляем, поджимаем, делаем до следующего пинча маленький пинч, перекручиваем, так вот располагаем, вот так вот перематываем. Последняя ручка.
наверное, она получится чуть-чуть меньше. Шарика может не хватить, но вроде хватает. И кончик. Приматываем последнему пинчу. Теперь поворачиваем все вот эти ручки. Вот так вот отодвигаем немножечко пинчи, чтобы не сильно терлась рукоятка у эти пинчи, и поворачиваем вот эту, эти рукоятки так вот, закрепляем эти вот обод, берем для серединки надуваем на два пинчика, делаем один круглый пинчик, фиксируем, делаем, чтобы он не раскрутился. Делаем второй круглый пинчик. Теперь берем вот так вот и просто вставляем. Поправляем, чтобы все рукоятки смотрели в центр. Ну вот, получился штурвал. Спасибо всем за внимание. И до свидания.